6 декабря в Казанском федеральном университете состоялся информационный день европейской программы «Горизонт-2020». Программа направлена на финансовую поддержку научных исследований и технологий в европейском исследовательском пространстве. Представителей программы встретил проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев. Есть очень много мероприятий, которые можно на уровне университета, на уровне лаборатории, на уровне конкретно участвовать, ведь сам можно даже делать. То есть есть масса возможностей людям участвовать в кооперации европейских ученых для решения самых разных, фундаментальных, самых интересных проблем. Презентация началась с доклада о деятельности российских исследователей в проектах программы «Горизонт-2020». По количеству участия российские организации занимают лидирующую позицию среди представителей стран, не входящих в состав Европейского Союза. Основными темами информационного дня стали принятие участия в программе, возможности финансирования для исследователей из России, новые рабочие программы, нацеленные на Российскую Федерацию, и поиск подходящих партнеров для предложений в рамках «Горизонт-2020». Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. We'll be right back.